Вот она красота-то. Вот она. Всем привет, мои дорогие. Вы на канале Дневник Домохозяйки. И сегодня будут такие морские зарисовочки у нас. Покажу вам еще сегодня прелести нашего гостевого домика. У нас там есть что посмотреть. А так пока полюбуйтесь горами, морюшком. Может быть, кто-то сейчас не на... Ну, кто-то хотел бы отдохнуть. Вот такая сегодня красота. Вода голубая-голубая. Все, все хорошо. Где она? Евгений делает заплыв. Сегодня вода чистая-чистая, море спокойное-спокойное. Так, остались только ноги у нас. Вот такая сегодня обстановочка на пляже. Папик пошел нырять, пойду засниму. А сейчас аттракцион неслыханной щедрости. Санек ныряет. Саня, пошел. Ды-дыщ. Оба-на. Отдыхающих все больше прибывает. С детьми, хотя детям уже скоро в школу, но народу не убавляется. Самый разгар, видать, сезона. Все пирсы заняты. Все, все, все. Евгений, как всегда, поглощает мороженое. Я ложечку сломала. Ложечку сломала. Вот как увлеклась, что даже ложечку сломала. Санька сушится. Вот, видите, даже вам помахал. Народ загорает и плавает. Сейчас пойдем второй заплыв делать перед обедом. Красоты показываю вам. Что за растение, конечно, не знаю. Но то, что это красота, это определенно. Вот такие цветочки около отеля Вегас. Красивые. Какая красота. Как же оно называется? Да кто знает, подскажите. Что это за растение? Что за дерево-то? Прогуливаемся перед ужином. Машины гоняют. Это единственное, что мне не нравится. Я уже говорила. То, что здесь гоняет машина. Вот беленькая вот такая. А гранату мы где видели, Саш? Вот беленькие цветочки. У них, что характерно, листочки-то одинаковые, а цветочки-то все разные. Белые, красные, розовые, бордовые. Пальмочки вот такие вот. Эх, хочу пальму домой прям вообще. Вот оно, гранатовое дерево. Маленькие гранатки цветут, а вот тут уже побольше. Вот. А наверху вообще большие, сейчас приближу. Вот они, гранатки. Прикольно, пошел в магазин в Пятерочку. По улице зашел, гранатку сорвал. Красота. Инжир, ребята, уже поспевший. Вот еще только зеленый. А вот уже есть и поспевшие плоды. Так здорово. Обожаю инжир. Виноградик. Такая красотища здесь, конечно. Идешь, все зелено. Пальмочки кругом. Тут вообще дом весь в зелени утопает. Зелень, инжир. Вот что мне нравится на Черноморском побережье, так это у них растительность здесь. Красота. Какие-то цветочки. Цветочки. Я даже названий таких и не слышала, и не видела, и не знаю.
Мои стоят, меня ждут. Послушные такие. Стоят, ждут Аллу. Ну вот, показала вам немножко красоты черноморской, сочинской, адлерской. Вот такие лопухи какие-то, я не знаю, что такое. Вообще ничего не знаю. Гуляем. Это у нас режим. Два раза на море. Ну, все-таки надеюсь, что завтра-то мы попадем на Красную Поляну. Это вообще какая-то прям, ну, засада с Красной Поляной. У нас уже, ну, в общем, наша девушка, ну, у которой мы заказывали эту экскурсию, она уже прям, ну, смеется, говорит. Ребят, ну я, ну вы чё? Я говорю, ну вот так вот, Наталья. Мы с ней познакомились, наболтались досыта. Говорю, ну вот так как-то. Все никак. Подходим уже к нашему домику гостевому. Жень, какой-то шопер еще надо. Жень, что за шопер? Объясняй. Сумка. Сумка такая, оказывается, для второй обуви. Идем, в общем, мы идем за шопером. Ох. Ну вот, мои дорогие, пришли мы домой, купили шопер. Показывай давай свой шопер. Обзор. Обзор шопера. И так, рассказывай. Камера. Ну, для чего он используется, этот шопер? Вообще в школу. Ага. Ну покажи, не трепли его, а покажи нам. Вот. Вот, ребята, это шопер. Без него даже настроение упало. И уж раз мы тут сидим на балкончике, вот так оформлен балкон. Это все сделано своими руками. Камешки покрашены в белый с голубыми тонами. Все, вот стульчик специально обтянут. Вот такой вот дизайн. И вот такие бутылочки. Сделано все в голубых тонах. Все в тему. В общем, такая красота. Ладно, на сегодня буду заканчивать свой влог. Всем спасибо, что заходите ко мне. Очень рада, что вы меня не забываете. Помните. Вот вам море кусочек. Покажу еще. Вон оно там между домами, морюшко. Конечно же, всех вас люблю, ценю и уважаю. И жду вас всех на своем канале. Пока-пока!